Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть растения против зомби. Первая часть, и это модификация со старой рисовкой. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Огромное вам спасибо, что вы смотрите. Действительно, подписывайтесь на канал, ставите лайки. В общем, ребята, это а-ля самая первая версия или самая старая версия. Вот рисовка здесь, конечно же, не у всех зомби, и тем более у растений. Растений тут, по-моему, только... Ну-ка, погоди-ка. Так, ну изменили вот этот фонарь. А, ну нет, парочка есть, конечно, да, друзья. Вот халапеньо вообще ужас, как выглядит. Прям такой нервный. Хотя вот в новой рисовке он именно красный, такой вот так вот еще моргает, тут еще более-менее он. Ладно, друзья, смотрите. Мы встретили в предыдущей серии, значит, зомби на шарике, это капец. Как он выглядит. Также зомби-шахтера. Ну, он вообще не поменялся. Но самое интересное, это рейдж. То есть ярость у них добавилась, когда мы атакуем зомби с флагом. И это прям большая проблема. Но благодаря Дэну проблема решена. Мы зубастиком просто ставим зубастика перед вот этим зомби. Он съедает, и все. Рейджа почему-то у зомбаков нету. Либо забыли добавить разработчики мода, либо, может, специально как раз это сделано. Но это все равно, друзья, сложно, поверьте мне. Потому что если на рядочке тоже стоит какой-нибудь там грохострел, и он вот-вот, он 100% выстрелит в зомби с флагом, и все, тут уже хоть ставь зубастик, он съедает. Нет, у всех будет ярость. И еще потом волна идет с яростью. Так вот, мне написал братишка под именем, сейчас, секунду, Killmonger. Браток, а что если на зомби с флагом ставить гипногрип? То, возможно, будет у растений больше хп, когда зомби с флагом будут есть другие зомби. То есть это как бы от обратного работает? Может действительно такое получиться? Не знаю точно, давайте проверим, мне действительно интересно. Итак, друзья, приятного просмотра, приятного аппетита. Огромное вам спасибо за лайкосики, вы реально самые лучшие, за подписки. Вот, обязательно будем продолжать, ни в коем случае не забрасывать растения против зомби. Там есть еще крутые модификации на первую часть. Я не знаю, даже вот по сравнению со второй частью, первая как-то душевнее, вот... Как-то, не знаю, ностальгически для меня. Вот я потому что помню, первую часть проходил, друзья, на информатике. Я уже 100 раз рассказывал эту историю. Вот, и мне приятно видеть вот это все. Так, смотрите, зомби с обезьянкой. Ну, это как со шкатулкой, тот старый зомби. Ничего такого прям интересного у него нет. Вот самая важная ярость, то есть надо подумать. Смотрите, туман. Также у нас, кстати, карамбола есть. Так, хорошо. Нам надо что-то такое придумать, ребята. Значит, берем нашу армию. Так, гипногрип возьмем обязательно, друзья. Вот это растение 100%. Так, вот насчет этих я даже не знаю, ребят. Ну, хотя давайте возьмем, почему бы и нет. Так, и кабачочек, наверное, да, друзья? Как вы думаете, нормально, неплохо? Но, не-не-не-не-не, надо фонарь, обязательно фонарь, чтобы мы с тобой видели. Ну, насчет гипногриба проверим, протестируем. А вдруг действительно? То есть не зомби ярость будет, а ярость будет у растений. И они бац, бац, сильнее станут. И скорость там, они начнут... Вот так вот, как из пулемета, блин, строчить. Кто знает. Сейчас будем, друзья, проверять. Так, пока что можно поставить. Две волны здесь будет. Вот, но в бассейн, к сожалению, зомби с флагом тоже лезет. И это проблематично, правда. Так, а какой стреляет? Вот этот вроде. Курсор вроде записывается. Так, понял, я понял, друзья, нет. Не тот стреляет, ладненько. Так, должен вроде как уничтожить, но если что, я... Да, я понял, ребята. Окей. Все, наконец-то мы покончили с ним. Идем дальше, нам надо как можно больше грибочков поставить. Ой-ой-ой-ой-ой, вот на этом рядочке это прям вообще нежелательно. Нежелательно, но должны вынести. Должны. Фух, вынесли. Так, сюда устанавливаем. Быстренько маленькие солнышки.
Так, гипнокрип доступен. Во! Так, ну хорошо, хорошо, теперь мы с тобой видим что-то. Ну, конечно, лучше бы сюда поставить. Так. Лучше сюда фонарь поставить, друзья, обязательно. Так. Пока вот так вот делаем. Зубастик у нас тут будет. Так, вот так вот, как-то так. Блин, сюда бы это поставить, но зубастик не сможет никак зафигачить, так что... Так что лучше зубастик это на самом деле чуть позади поставить. Так, у нас тут проблемка. Вот так вот делаем, ребята. Блин, у нас на самом деле большая проблема, друзья, но... Давай, гипногрип используем. Так, этот зомби хотя бы может даже... Что-то там сделает с зомбаком. Так, давай зубастика ставим. Так, и пошли тут еще зомби. Мы вот так вот можем сделать. Минус. Хорошо, идем. Главное, совет братишки попробовать. Вот то, что гипногрип нам нужен. Так, 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 так. Все, на всех рядочках у нас зубастики. Ребята, это великолепно. Есть, конечно, проблема. То, что здесь шахтеры. То есть, ты понимаешь, они будут сзади, они прокопают и... Все плохо будет. Так, смотрим, друзья, теперь... Давай уберем вот этот грибочек. Надо, надо так сделать. Смотрим. Идет, идет, идет. Попробуем. Ну-ка. Блин! Но ярости нет, ребята. В принципе, смотри. Можно было бы и гипногрип использовать. Угу. Но зубастики все равно нам нужны. Почему бы и нет? Хотя можно действительно зубастиков нафиг убрать, просто использовать. Но надо будет все равно так или иначе убирать. Блин, жрет, жрет, гадина, а. Смотри как. А мы его раз... Сейчас... Давай, иди, шахтер. Оп. Ой, жирненький, вкусненький. Ты какой пузатенький. Так, сюда ставим. Отлично, друзья. Не, мы, в принципе, достаточно накопили, поэтому... Так, что делаем, ребят? Давай так сделаем. Так, зубастик. Фонарь сюда. Ну вот, так более-менее нормально. Оп. Шахтер, 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 шахтер. Так, гипногрип. Гипногрип используем, друзья. А где какой гипногрип? Тут у нас зубастик. Смотри, смотри, смотри. Числя, он сожрет его, он сожрет его. Да, или не сожрет, погоди. Кусай! Блин, да, друзья, маленькая проблема, но... Зато на нашей стороне сейчас будет шахтер. Это забавно. Так, хорошо. Ну, вывозим, вывозим, друзья. Сегодня попробуем хотя бы 3 уровня пройти. Вообще, замечательно было бы...
уже на следующую стадию перейти. Так, тихо, ты там не жри, бро. Так, шахтер или обычный зомби? Друзья, делаем ставки. Не, ну тут зубастик у нас, так что навряд ли. Он его схавал, видишь? Ну, шахтер очень медленно идет, и это большой плюс. Потому что, видишь, там зомбаки такие идут. Это прям очень хорошо. Это очень хорошо. Вот, с конусом идет зомби. Мне кажется, шахтер может победить. Друзья, вот есть такое чувство, что должен он. Ну-ка, битва века. Да блин, серьезно. Да блин, я почему-то думал, что шахтер, у него же как бы каска. Ля, ну ладно, все, отчаливай отсюда тогда, братишка. В террарию иди, давай копай ресы нам. Так. Оп, минус. Блин, ну было бы прикольно, если бы действительно гипногрипп бы работал так. Ну ладно. Так, начинает жрать. Ну сейчас должен переварить вроде зубастик наш, чемпер. Давай, переваривай. Блин, долго переваривает просто. Ну давай, бро. Долго ты это делал. Не, ну это имба, друзья, правда. Против шахтеров еще. А вот когда пойдут уже другие зомби, хотя так и так нормально, ребят, согласитесь. В принципе, и так нормально, хорошо. Мозги. Так, замечательно. Ой, долго переваривание идет. Ладно, помогаем, мы убираем зубастиков и новых ставим. Так, волна пошла. Ребят, смотрим, где. Давай-ка я на всякий случай уберу вот этот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А зомби с флагом? Давай, зомби с флагом. Фух, все. Тип на нашей стороне, но не совсем. Так, оп. Блин, стоп, ярость? Что? Чего, блин? А вот это поворот. Вот это поворот. Правда, что? Что за фигня? Так, ну, ярость действительно есть. Но мы с тобой, в принципе, сохранили вот эти рядочки. Так что замечательно. А он тоже под яростью, смотри, шахтер. И он все равно медленный. Давай его съедай. То есть, погоди. Если бы мы сейчас шахтера не съели, он бы так и шел, пока не ушел бы? Безнаказанно? Да ты охренел, что ли? Шел бы в террарию. О, так. У них что-то изменилось. По-моему, у них теперь нету очков, да? Да, теперь нету очков. И все, друзья. Блин, я надеюсь, что-то новые функции какие-то появятся. Так, смотрим, какие зомби, блин, скрываются тут в тумане. Зомби с флагом обязательно будет, поэтому мы с тобой берем все то же самое. По-моему, против этого зомбака можно использовать зубастика также. Я думаю, можно. Почему бы и нет? Гипногрипп берем, опять же. Ну, на всякий случай кабачок, может, возьмем, бро. Давай возьмем. Так, ветродуй. И вот это вот, да? Берем. В принципе, остальное вот... Или стоит лучше взять, ребята? Да тут, в принципе, легкие зомби. Ну, берем. Давай, возьмем. Так, я, в принципе, запомнил, что сюда вот надо садить... Нам... Так... Прям затишье перед бурей. О, идут.
Так, у нас, по идее, смотри, всего одна волна, поэтому мы могли-то с тобой зубастиков и не брать. Жалко. Так, я уже понимаю, что зомби, скорее всего, вот здесь. А нет, нет, нет. Все понял, где он там. Давай, давай, стреляй, 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 настреливай. Не, бесплатные грибы — это вообще топ. Они, бро. Это как, помнишь, трус-гриб этот? Все писали раньше. Не, бро. Хотя, на самом деле, он помогает, но мало им кто пользуется. Так. Отлично. Грибочки у нас тут. Начинают, блин. Так, и все. По идее, два грибочка. Последний. Так, надо где-то ставить, ребята, сейчас я вам скажу. Надо где-то ставить вот сюда вот. Да, сюда, нормально. Так. Так. Сзади зубастика поставим. Прям вообще идеальная тактика. Смотри-ка. Не, прям реально хорошая. Офигеть. Так, не-не-не, четвертого не надо сюда ставить. Все, конечно, понимаю, но лучше не делать так. Так, все, зубастик есть. Опа, пошел. Минус. Отлично. Так. Хотя бы так, друзья. Можно было бы, конечно, прям туда поставить. Но я что-то не особо хочу. Так, они могут, кстати, газонокосилки перепрыгивать, возможно. Так, все, бассейн защищен, скажем так. Насчет попрыгунчиков. Ребята, надо подумать. Да, в принципе, смотри, у нас есть еще кабачок есть. И зубастик. Сейчас надо выяснить, где будет зомби с флагом. Там уже пойдет. А прикинь, мы загипнотизируем зомби. Он начнет бить. Он начнет бить зомби с флагом, и тот... Так, смотрим, где... А чё, почему рейдж такой? Очень дикий рейдж был сейчас. Погоди, там реально зомби с флагом был, что ли? Я даже его не увидел, но на скакалке ты видел, как он быстро скакал? Прикол. Так, надо с этими побыстрее, блин, на самом деле, отделываться. Усранцево. Жруть, жруть. Сейчас этот переварит, я думаю. Хоп. Ай, кусь, кусь. И все. А, магнит. Так. Магнит. Магнит, магнит, магнит. Опять же, все то же самое можно сделать, только теперь провернуть с магнитом.
Угу. Зубастик. Вот эти вот. Ну, фига себе, у нас команда-то рождается нормальная такая. Так. Угу. Ну да. А, так, погоди, что он говорит мне? Не понял, мы же это взяли. Что ему не нравится? Это есть. Фонарь есть у нас. Там было написано то, что мы не взяли, блин, воздушную оборону, прикинь. То, что зомби с шариком. Я просто офигел. Я потратил лишние 6 минут на это. Ладно, ничего страшного, друзья. Я, если что, вырежу. В общем, мы с тобой продолжаем. Давайте быстренько берем. Значит, нужен нам кактус. Блин, это проблема, это проблема. Если там пойдет зомби с флагом, это прям проблема. Две волны. Короче, будем защищаться как можем. Если что, кактус просто-напросто уберем, да и все. Вот что я думаю. Или погоди, или кактус нафиг не брать, а просто взять вот эту штуку. Давай! Да, почему бы и нет? Так. Я не знаю, почему я его не заметил, серьезно. Ой, попуас, блин. Ладно, так, смотри, что мы с тобой берем. Та-та-та-та-та-та-та. Кабачок. Ну и, в принципе, нормально, да? Да, погнали. Все, наконец-то нет никаких предупреждений. Сади! Все, быстренько, быстренько занимаемся своим делом. Ух, блин. Так, следующий грибок. Пинк-пинк. Быстро надо. От скорости здесь действительно много чего зависит, ребята. Это правда. Оп. Это было в брутале, в общем, такая фигня, что там надо было очень быстро садить. Прям моментально. Получаешь солнышко, быстро-быстро ставишь. Я это вспоминаю. Так. Сюда не вижу, какой стреляет. Вот этот стреляет. Ага, вверху. Вижу лысину. Вижу. Черт. Так. Начинает кушать. Быстро, моментально. Блин, друзья. Так, давай. Так. Хорошо. Четыре грибочка остается. Так, этот. Давай. Есть. Есть. Блин, смотри, как вообще у нас налажено все. Круто, да? Так, пока сюда поставим. Все, последний гриб есть. Теперь смотри, ставим где-то вот сюда вот и вот сюда вот. Отлично. Слишком. Так лучше не делать, друзья, конечно. Давайте о безопасности думать. Наперед. Так. Не, ну все-таки надо так вот сделать. Так, хорошо. Тут все равно сожрет этот зомби. Так, осветили мы с тобой тут все. Так, первый зубастик. Отлично. Так. Конечно, тут будут, друзья, зомби с палками. Погоди, точно будут? Блин, почему я такой стал невнимательным? Я не понимаю. Какой-то рассеянный, как не знаю что.
Так, ладненько. Ну тут единственное, вот надеюсь, мы увидим зомби с флагом. Ну, по идее, он выделяется, так что нормально. Так, хорошо. Ставим дальше. Блин, волна. Так. Ага, съедят, нормально. Окей. Фух. Замечательно. Теряем бойцов, конечно, но, друзья, так надо. Пожалуйста, бро, ну что ж ты не перевариваешь? Вот и тебя сейчас переварят. Так, зомби на шарике. Вот так вот делаем. Тратим, конечно, 100 солнышек. Это прям вообще мне не очень нравится, но что делать? Вообще, по идее, можно еще поставить. Почему я, кстати, так пожадничаю? Почему я жадничаю? Я не понимаю. Надо еще больше грибов поставить. И тогда у нас все отлично будет. Ну... Как-то ой, туман прям анимированный такой прикольный. Смотри, как он... Вот это прикольно сделано, кстати. Ну вот. Вот, столько грибочков и надо было сделать. А то я, блин... Фиг знает, чем занимаюсь. Все, сейчас будет вторая волна, и мы с тобой пройдем этот уровень. Но это не так вот сложно, как Брутал. Вот там полная задница. Я говорю, там важен каждый миг. Там мне приходилось... Прям вот, вот ты получаешь солнышко, быстро-быстро все расставляешь. Надо так сделать. Минус. Угу. Так, последний тут. Все, сейчас будет этот. Главное успеть его увидеть. Где он будет? Здесь не в бассейне. Блин, в бассейне все-таки. Ладно. Дух, он спокойно, смотри. А, блин, я что-то зря волновался. На троих разом. Все, остается последний, друзья. Офигеть, зомби. Давай, жрай. Записочка от зомбосса. В ней сказано, вот мы сейчас придем. Кстати, это, по-моему, один из самых сложных уровней, потому что... Сейчас дождь начался, еще темнеет. Только благодаря грозе мы с тобой видим. Охренеть!
Блин, их там дофига. Вот, вот такая вот гроза будет и... Ой, две волны... Ой, блин. Ладно, будем надеяться, что мы переживем это все. Ребятки. Это нам сейчас... А зачем? Вообще, зачем это? Ну, только... Да, против шариков. Точно, точно, конечно. Хрена не видно. Фиг тебе. Зачем я магнит там поставил? Давай уберем. Уберем. Надо где-то магнит вот поставить, знаешь где? Там же второй. Ох. Как раз сюда эти. Они пригодятся. Так, что там у нас? Ага. Слушай, ну вроде все хорошо у нас. Но единственное, надо будет вот... Ой-ой, что-то хавают, что-то сожрали. Ай, блин. Хрена не вижу. Так, есть. Я даже не знаю, куда теперь кактус-то. Так, ладно, взорвался. Там рейдж по любасу. Ой-ой-ой-ой-ой, жестко, жестко, пацаны. Капец, они там проедают, конечно, все. Даже не знаю, что сказать. Хана нам. Спасибо. О. Да блин, да куда еще один рейдж? Ну ёпары СТ, зачем вы так сделали? Это же вообще нереально. Что за фигня? Кормить карамболы, блин, зомби, смотри. Приходится. Все. Офигеть, это просто нереальный уровень. Самый сложный уровень. Я третий раз уже пытаюсь пройти. Нифига, блин.
По идее, тут вот все от рандома зависит. То, что вот вверху у нас на конвейере подается. Побольше бы не кактусов, а все-таки зубастиков там, например. А зубастиков нет. Здесь зубастиков нет, друзья. Фиг там плавал. Да, нам, конечно, видишь, что выдается. Ладно, придумаем, сейчас придумаем. Вот ветродуи, они нафиг не нужны мне сейчас, в данный момент. Так, ставим здесь. Вот так вот ставим. Так, кактус. Пусть пока жруть, мы вот так вот делаем. От шахтеров защищаемся. Так, ну вроде все на лад идет, да? Но по факту, поверь мне, нам бы... Вот карамбулы побольше, да-да-да-да-да. Карамбулы — это хорошая вещь. Давай-давай-давай. Звездочка вот эта вот. Так, ветродуй. Как-то так называется это растение. Так, куда-нибудь сюда ставим. Видим проблему, решаем проблему. Не, правда, сейчас это вообще не нужно. Нет, нет, еще раз нет. Бесит еще черный кран очень сильно, ребята. Хватит меня ветродуями кормить. И кактусами тоже. Куда вы мне столько кактусов даете? Я не знаю, куда они мне дают их. Правда. Три кактуса. Заразя. Ну все. Хона нам, друзья. Уже начинают хавать. Так, ну, в принципе, более-менее нормально. Да, ладно, эту сторону мы теряем. Блин, и ту теряем. Я не знаю, как это вообще можно пройти. Каким нахрен образом? Посмотри, сколько говна нам дают. Но это же вообще ни в какие рамки не входит. Ну вы чё, блин? Нормально, вообще голытьба какая-то. Ой, они еще и под этим. Вы совсем чокнутые, зачем? И что мне сейчас делать? Ну смотри, вот, вот что, вот... Что в данном моменте мне можно сделать? Они хрена. Все, они проходят. Ну и смотреть толку, что мы проигрываем. Ту-ту-ту. Блин, это бесячий уровень. Прям вообще бесячий. Я не знаю,
от рандома все зависит. И сейчас нам опять говна будут давать. Побольше бы карамбов, и тогда бы у нас шанс был. Ребят, 15 попыток где-то у меня было. Я не знаю, как это проходить. Если вы знаете, обязательно пишите. Хоть один маленький советик. Короче, тут решает рандом, тут вот этот сраный конвейер. Я не могу уже, правда. И подаются тут такие растения. Я неправильно, может, карамбулу как-то устанавливаю. Напишите, как надо. В общем, я заметил одно, что карамбулу лучше всего именно в бассейн ставить. Это вот это вот растение. На звездочку похожее. Так, но у нас есть сейчас маленькая проблема. Идет вот этот зомби. Так, мы его можем, конечно, вот так вот уничтожить. Понятное дело, что надо защищать кактус. Но в основном кактус, конечно, нафиг нам не нужен. Просто, ребят, я традую отлично просто. Так, пробуем вот так вот устанавливать все. Вдруг действительно получится. В общем, я не очень, конечно, уверен. Потому что уже постоянно тут играл. И что-то ничего не получается. Так, хорошо. Тыквы есть. Ставим их. Здесь же они тоже нужны. Так. Где кактуса не хватает? Вот здесь вот горохострел даже еще стоит. Ладненько. Так, ну ладно. Ну я понимаю, но не то, ребята. Немножечко не то все-таки вы мне выдаете. А вот кабачки это то. Так, сейчас на паузу поставим, друзья, чтобы осветилось, да. Много карамбола. Сейчас уже, кстати, волна закончится. Блин. Так, друзья, давайте на паузу ставить, потому что я говорю по-другому. Как-то не очень. Так, полетели зомбаки. Смотрим, где сейчас будет прям жопа полная. Так, ставим. Друзья, просто по-другому никак, реально. Что там жрут? О, этот ряд, все, минус. Быстренько они его. Так, не, ну в принципе шансы у нас какие-то есть. Нет, уже нет. Я и правда, я не знаю. Я вроде вот именно делаю все, что надо, но. Они все съедают! Я не знаю, как это. Это просто ужас. Я не знаю, как это проходить. Ну что вы мне оставили? Ну отлично. Ветродуи, давай. Давай. Это очень работает. Спасибо огромное. Я не знаю, тут такое чувство, что вот в этом моде. Все, они все сожрали. И, по-моему, один зомби, он уже. А, ну все, он проходит. Браво.
Ладно, друзья, не буду я мучиться. Два часа и так намучился. Что теперь делать? Я не знаю, что дальше нам делать. Я правда, я не представляю вообще просто, что делать. Что тут можно придумать? Конвейер сратый. Сраный конвейер. Как-то может изменить уровень, но я не знаю. Может, кого-то попросить, чтобы изменили, чтобы всех зубастиков там поставили. Чисто одни зубастики. Тогда мы пройдем. Ну, не только зубастики. Хотя, блин, там как... Ну, ветродуй и зубастики. И все. И все. Ладно, посмотрю, друзья. Может, кому-нибудь обращусь. Может, кто-то из мододелов знает. Потому что для второй части там... Ну, там для второй части вроде как легко, а для первой я не знаю. Ладно, друзья, на этом все. Бай-бай, дорогие братишки.